Всем здравствуйте! 20 мая жизнь Дианы Гурцкая разделилась на «до» и «после». Ее любимый супруг возвращался домой из командировки на Кубу, как вдруг во время перелета ему стало плохо. Несмотря на усилия пилотов и медицинских сотрудников, спасти Петра Кучеренко не удалось. Предположительно, он скончался от разрыва аорты. Такое горе не оставило равнодушных многих друзей и поклонников Гурцкая. Так, например, известный исполнитель Митя Фомин успокоил Диану и напомнил, что в такой сложный период особенно важно искать стимул к жизни. Он отметил, что певица после потери супруга следует со временем найти нового партнера. Конечно, Диане очень сложно будет найти нового спутника жизни. Но жизнь не стоит на месте. И надо найти в себе силы идти дальше. «Хотя бы ради сына», — заявил он. Артист рассказал, что уход любимого человека является страшной трагедией. Он пообещал связаться с Гурцкая, чтобы выразить ей поддержку. «Я очень сочувствую ей, сыну, всей семье. Ведь так рано уходить из жизни – это очень несправедливо. Поэтому скорблю вместе с ними и желаю мудрости, терпения и сил», – отметил Фомин. А вот протоиерей Андрей Ефанов считает, что глубокий траур по мужу стоит носить год. Это знак уважения к любимому человеку, который ушел в мир иной. Он советует в это время отказаться от замужества и исключить из повседневной одежды те образы, которые потенциально могут привлечь противоположный пол. Оптимально носить строгие длинные платья, костюмы черного или темного цвета. Не стоит также пользоваться духами и косметикой. Нужно найти в себе силы пройти этот отрезок жизненного пути с достоинством. Будем надеяться, что спустя время певица обретет новые поводы для стремления идти дальше. Время течет, все меняется, память остается. Помните о своих близких, и они будут всегда рядом. Время лечит. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!